Ну а депутаты Горсовета заявили, что проверят, куда жилфонд тратит деньги. По их словам, управляющая компания, получая средства из бюджета, по непонятным причинам постоянно числится в крупных должниках перед энергетиками, а обвиняет в неплатежах жителей. На сегодняшний день долг жилфонда перед энергетиками составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Депутат Александр Глесков сегодня сообщил, он собирается организовать комиссию для депутатского расследования. Принять в нем участие уже согласилось 8 народных избранников. Они планируют затребовать у жилфонда все документы, чтобы понять структуру расходов компании. Причем, если жилищники сами не предоставят отчеты, депутаты планируют получить их с помощью прокуратуры. Ну что ж, будем ждать результатов расследования. Может быть и правда окажется, что большинство горожан никакие не задолженники.